Гепард быстрее ленивца примерно в 300-400 раз. Гепард – самое быстрое наземное животное на планете, а ленивец – одно из самых медлительных животных. Скорость гепарда может достигать до 80-100 км в час на короткие дистанции, в то время как ленивец обычно передвигается со скоростью около 0,24 км в час. Гепард обладает превосходным зрением, которое позволяет ему видеть добычу на больших расстояниях. Он может обнаружить даже самые маленькие движения, что делает его смертоносным охотником. Ленивец – настоящий мастер замедления. Он двигается очень медленно, сонно и спокойно. Он учит нас ценить медленное течение времени и наслаждаться моментами покоя.